И всем привет, друзья! Меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей. И сегодня у нас игрушка под названием «Последний день июня». Короче, не знаю, о чем игра. Нарвался на нее чисто случайно. Игра вообще прошлогодняя. По-моему, в июне... в августе, по-моему. Прошлого года вышла. Вот, ну и давай-ка посмотрим. Так, подожди, пока мы мышки даже не управляем. Да, ну что, начать... Начать историю. Это ты, говорит? Супермен, блядь. С такой головой у него херовая аэродинамика будет. Откуда она его вытащила? Откуда? Там ни хера не было. Это мне, да, это тебе, говорит. Угу. Это они домой приехали, да, получается? Да, вот это очки, бля. Ты, да я бы тоже проснулся, если бы так стучали. А, теперь мы за нее играем? Нормально, ладно. А, это она вспоминает. Получается, это она вспоминает. Она, видимо, где-то заказывала подарочек, но ты его приперли. Старика она его притащил, да? Получается, это как раз перед поездкой. О, ну нихера у него там бицуха, так бицуха. Шпинц.
Да, я тоже думаю, что хуйня какая-то. Опа, что это? Рассмотреть. Угу, это, видимо, мы. Ладно. Так, блядь. Так, ладно, подожди. Тихо, тихо. А ну, Атас, ладно. Это не дым, на лодочке. Хорош. А, вот, дед, смотри. Смотри, это дед. Охотник какой-то. Девчонка вроде, девчонка, пацан. Так. Сейчас потихонечку, потихонечку начнем разбираться. Вот она бы... А, вот, ходила бы чуть-чуть шустрее. Было бы вообще хорошо. Я что-то там мутил, блядь. Чё, не канает, да? Хорошо. Давай пойдем наверх. У нас же, как я понимаю, выбор-то невелик. Да, мимо ступенек наступает, охуительно. Так. И... Ну давай, во. Строго вот сюда сейчас просто поставишь вот так и все, да, или что-то еще сделаешь. А, и вот, и она сейчас решит. Во, говорит. Точно, слушай, я подарю подарок тебе вот там. Реально, куда она его прятала? А, она беременна. И там, наверное, типа рентген, что-нибудь УЗИ, что-то такое. Это, видимо, их какое-то укромное местечко, где они, видимо, раньше любили проводить время. Да, ну. Два выстрела. Три выстрела. Четыре выстрела. Пять. Шесть. Семь. А как выйти? Восемь. Ну так на всякий случай. Девять. Же выстрелы, блядь. Ух ты. Так, и чё, я типа вдупляю, что, о, надо туда ехать. Мы просто пройдемся. Так, здесь всё закрыто. Ну все, то есть я, видимо, по-любому сейчас должен буду ехать туда. Либо ехать, либо идти, также ничего не открывается, рассматривать небо пока не хочу. Я, в принципе, и так хорошо вижу. Ну ёбаны. Ну окей. Слушай, чё, а чё мне надо-то? Ага, это наша возлюбленная. Чё ты... А, вон там, вон. Через окошко мы сейчас вылезем. Хорошо. Или просто посмотрим. А, во, все, теперь понятно. Санный охотник тут какой-то, да? Смотри, ни диалогов, ничего, да, ничего не отвлекает. Эй, папаня говорит, давай-ка этот, поиграем, говорит, в футбол. Сейчас, а жоба говорит, а жоба говорит, а жоба. Ну так чё, где она? Так, это, как я понимаю, полностью вся наша семья. Правильно?
То есть мы, жена, видимо, дочь, либо сестра, либо кто? Вот это ее, наверное, муж точно, это дед наш. Ой. Так, о, подожди. Воспоминания. Опа, пока никаких воспоминаний нет. Ладно. Давай разбираться дальше. Короче, все, с чем нам нужно взаимодействовать, оно немножечко подсвечено. Так, здесь вроде ни хера. Опа. О, вторая пришла. Я здорово, говорит, белобрысая. Мне там, говорит, баночку открыть надо или принесла открывашку. Блин, такой открывашку хер откроешь, она же просто квадратная. Так. Ну это мы ладно, на всякий случай, хер его знает, может надо вот эта жена, вот это белобрысая, блять, охотник, ну и старпер. Ну что же нам надо-то, я не пойму. Ладно, поперли сюда. Из дома мы пока не выходили, да? Он хотя бы шагает нормально, слушай. Так, может здесь что? Нет ничего здесь. Что, блядь? Ух ты, ёб твою мать! Ты чё так пугаешь, слышь? А, ну вот она. Давай, говорит, на пикничок. Вот туда, говорит. И подарка, конечно, он не видит. Она, блядь, меньше этого подарка. Да, поехали, говорит, конечно, чё, с удовольствием. Сейчас будем потихонечку разбираться, что здесь вообще произошло. Потому что, ну, как бы, должен быть сюжет хороший. Потому что в таких играх, насколько я помню, ну, в основном, довольно-таки добротный сюжетик. Практически всегда. Все, вот мы поехали на пристань куда-то. Корабли, говорит, плавают там. Ну давай, открывай, что ты тупишь? Давай, 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 открывай. Слышь, говорит, пиздуй в машину. Подарок не забудь. Телку свою тоже не забудь. Тик-тик-тик-трик-тик-тик-тик-тик. Побежали, побежали. Чё, типа, мне тебя нельзя обгонять, что ли? Писано бегает. Тебе на ту сторону, да. За рулем я и сегодня. Ну, до сих пор. Вот на рогу посмотрел. Идиота, кусок. А, типа мне еще и рулить надо будет. О, прикольно. Правда, с заднего сиденья что-то как-то ехать не особо прикольно. Тихо. А мы, короче, попадем в аварию. Я не знаю, куда я еду. Ну ладно, поехали. Что, куда поедем, туда поедем. Нас, наверное, кто-то въедет, я так думаю. Машину что-то несет из стороны в сторону. Ну все, я вроде доехал не туда. До куда надо, дальше не с нами. Последний день июня. То, смотри, прям грозовая туча какая, да? То есть это, грубо говоря, был пролог.
Тут смеется. Окей, чё? Буду кошмар снится. Ага. Да, видать, мы в аварию попали, короче, и жена погибла. Ты чё, настолько слепой, что ли? Давай, отрывай свой пердак. Даже так. Короче, все еще хуже, чем я думал, да? Ну, поехали, пожрем, я уже знаю, где у тебя тут. Где-то вот здесь мы что-нибудь сейчас найдем. Ну, походу, там мышь повесилась. Ладно. Ну, видишь, да, у него порой глюки, короче, уже. Ну, как это. Че, не пойдет? Ну ладно. Наверх-то мы точно не сможем, да? Я так на всякий случай проверил. Хорошо, давай в другую сторону съездим. Камин. Ну и в чем проблема тогда, подожди. А, вот. Ну давай хотя бы так похаваем. А, нам нужна будет открывашка. Нам нужна открывашка. Открывашка у нас находится как раз в ее этой, как ее называют, не лаборатория, в ее мастерской. Вот мастерская получается у нас вот здесь. Ну придется жрать-то охоту. Где-то, короче, должно лежать. Давай, зверь, зверь. Ну, стопудово сейчас. А, все, это двери просто хорошо. Здесь тоже, наверное, не будет ее, да? А, так, ну смотри, этих нету. А, вот еще одна. Вот здесь, да, она же стояла. И бамс, ее фоточка. Или не фотка, а картина, да, это по-любому. Опа-на. Вспомнить? Ну, давай, вспомним. И вот мы, получается, сейчас, как я, значит, догадываюсь, будем вот это все вспоминать. Так, сейчас мы будем за щегла играть, хорошо. Видимо, они у нас все погибли, что ли, я не пойму, или что? Сина, пойдем. Ну ладно. Это пиздец, походу. Ну что, его тоже сбили? Нет, мы его не сбили. Мы, получается, из-за него. Ну, как из-за него. Он на дорогу выбежал, мы в аварию, короче, из-за этого попали. Теперь мы знаем, что случилось. Опа, на нихера себе говорит.
Вот это да. Ну-ка. Ага. Это уже не можем. Так, что-то мы должны сделать, короче. Хорошо. Да когда ты уже поймешь, что ладно, надо что-то другое делать. Смотри, появляются, вернее, да? Вспоминает, смотри, что-то он, да? Как они сидели где-то на колодце. Опа. Смотри, картины, да, появляются? То есть это мы будем вот эти картины теперь собирать или что, я не понял? Что говорит такое, да? Я у него реакция. Так. Ну поехали, что я могу сказать? Я думаю, будем стараться прям по пути. Вот смотри, то есть это вот, вот он вспоминает, как они ставили пугало, как сидели на колодце. Ага, вот она сынишку рисовала, получается. Он за цветочком полз. Так, ну что, давай, наверное, тогда мы постепенно начнем. Давай, сына. Все, я понял. Они, получается, картины сейчас появятся у нас в ее. Ага, сюда они. С той стороны, может, могу как-то. Ну-ка, подожди. Нет. Картина, получается, сейчас вот пацана появилась в ее мастерской. Давай-ка мы съездим, посмотрим, можем ли мы еще другие картины взять. Нет. Все понятно. То есть у нас все будет именно вот так вот идти постепенно. Хорошо. Давай тогда в мастерскую и еще глянем. Подожди. Ага. Окей. Окей, с другой стороны. Все. То есть у нас все будет линейненько проходить. Ну, это. В принципе, и хорошо для таких игр, оно желательно, когда оно все линейно, и ты узнаешь все так, как задумывал создатель игры. Ну, ну нахуй. Все говорит, а теперь вспоминай. Ну давай. Спасти? Слушай. Прикольно. Это что сейчас туда будет у нас? Как мы его будем спасать? Сейчас, походу, пойдем с песиком, поиграем там туда-сюда, тот как обычно охотится, да?
Это то есть вот это все было вот в один день. Вот мы сейчас подходим к отцу. Батюк, давай поиграем. Так, ну тут уже получается, это мои рисунки стопудово, этот щеголот этот рисовал. Все, вот уехали родители. Сейчас получается поднимется ветер, видимо, вот эта херня, мяч сдует, и мы за ним побежим. Шесть часов. Три было, да, что ли? Опачки. Давай. Ну, сейчас будем вспоминать. Да, вот поднимается ветер, и видишь, мяч сейчас упал. Еблись. Ох, щит, говорит, как так-то, а? Сраный мячик. Давай, сползай. Ага, веревки теперь тоже нету. И как мы... А, вот же веревочка. Все есть у нас. Ты чё? Мы же прошаренный ребенок. У нас все есть. Хуян. Ладно, как он, блядь, до этого залез без веревки-то, а? Пузырь какой-то. О, чё за хуйня? Ах ты мелкий пиздюк. Ты чё тут, говорит, лазишь? А, ты, говорит, хуя ли спиздил мою веревку? Ну ладно, на тебе, говорит, больше не буду. Как не буду, в следующий раз, говорит, я ее возьму. Ну пошел ты в жопу, ладно, старый черт. А что это? Ага. Так, ну и... А, так я же вот куда могу, я же хули. Я же мелкий. Вот это что такое? Опа. А, это вот я что-то собрал. О, тихо, тихо, тихо. А, это я вот... Ну, как типа воспоминания. Хорошо. Выбрать. А, все. Так, прыгайте... А, он все на пробел он ускоряется. Все, нашли мяч, хорошо. Сейчас полезем, конечно же, за своим змеем. Чего он ломашит? Что-то я не понял, короче, этого старого. И чё, попадешь? Ну, я тоже так думаю.
Ну и нахуй туда. Что-то ее спиняли как. Нормально так, нормально. Опа. Ты этот все стреляет, нормально у них так в деревне. Давай, говорит, поиграем. Да нет, подожди, я еще, говорит, не всех застрелил. О, я, говорит, с тобой поиграю, я поиграю. Кидай мячик, говорит мне. На, давай, давай, держи, говорит. На. Заебись, говорит. Ты, сука, подожди. Мне тут кое-что надо собрать еще. Так, подожди, мне там какие-то эти шарики надо собирать. А, ну вот, все, то есть я играю с этой псиной, и вот потихоньку-потихоньку мы сейчас... Ох ты, засранец, говорит. Сейчас я там заберу. Сейчас я здесь обойду, гляну, что может я здесь что-то собрать могу. Так, туда. Так, все, там дорога. Все понятно. Да ща, подожди, там лаешь мне. Ага, все. С другой стороны. Везде, короче, защелки стоят. Я просто видел вот этот шарик, который мы можем собрать. Он был вон там, возможно, мы его можем сейчас как-то поднять. А нет, все, теперь все понятно. И даже вот эти вот сценки, ну не сценки получается, а когда будем играть за других, тоже у нас все абсолютно линейно. Ладно, пес, я иду. Я иду, пес. Опа, вот типа мы играли с псом, и вот туда сейчас мяч упадет, смотри. Семь часов. Так, вот они едут. Угу. Так, этот опять полез. Так как мне его спасти-то? Ну и чё, ну вот смотри, ну сейчас опять то же самое, да, будет? Мы же его не спасли нихуя. Как раз таки спасли. Перемотать назад. Ну-ка, подожди. Мы его должны спасти. То есть мы понимаем, как он погиб. Погиб он как раз таки. То есть смотри. А с собакой, говорит, он не играл. Угу. Все. Сейчас я понял. Мы, короче, поняли, как он погиб. К деду, надо идти. Надо идти к деду каким-то образом. Так, хорош. Так, здесь мы выйти нигде не можем, не можем. Так, как-то нам бы вот это скипнуть. Не, никак, да?
Видишь, вот собака получается пришла, мы начали играть с собакой. Давай быстрее. Подожди, могу ли я сразу подняться наверх? Поиграть. Давай, говорит, стопер. Давай, давай. Нет, в смысле нет. А, он говорит ему, давай, короче, запустим змея. Он говорит, змей вон там. Все, вот теперь я вдупляю. Так. Ага, давай тогда сделаем вот так. Ой, сорян, дед, я типа нечаянно. О, давай, давай, давай. Вот, вот как мы, получается, его спасем. Да, пиздец. Ну, конечно, мяч-то мы не взяли, вот, блядь. Ебанько. Давай посмотрим, что здесь у нас хоть. А, вот, родители на пристани, хорошо. Так, это мне не надо. Вот, сейчас мы откроем. Все, возьмем мяч, спустимся. Все, я зашарил. Нахуй пошла эта собака. За нее мы сдохли. Он его вниз скинул или нет? Да, он вниз скинул. Отлично. Вот оно, все, что надо было сделать. Хапай его. Все, поперли к деду. Вот мы и спасли сына. Давай-ка. Слышь, старпер. Опа. Слышь, говорит, давай, старый, говорит, давай змея запустим. Ну, блядь, говорит, я же сказал, что змея запустим. Ну, давай, говорит. Хорошо, пойдем. Сейчас, говорит, только веревку отвяжу. Ну? Давай, давай, говорит. И, короче, все нормас. Все, смотри, довольно запустили змея. И все нормально, и пацан остался жив. Ну, 7 часов. Все, они спокойно благополучно приехали домой. Слушай, какой-то прям. Все, он, короче, подумал, ага, а встать не может, потому что он кресло так и стоит. Слушай, ты, говорит, смог спасти только сына, по-моему, или еще даже не смог спасти. Угу.
Так, ну чё, на этом я думаю, в принципе, сохраняется так. Так, воспоминания. А воспоминания у нас пока только одни, да? Хорошо. Ну давай-ка глянем, что тут. Все, то есть пацан у нас все норм. Давай-ка что тогда здесь вспомнить. Ну ладно, вспоминать мы уже будем, я так думаю, это все в следующей серии. Вот, игра, я скажу, довольно интересная. Такой прям нормальный сюжет. Понятно, что как-то жена у него погибла, он стал инвалидом. И вроде как до этого, я так понял, это было все из-за того, что сынишка выбежал на дорогу. Сейчас же здесь карты складываются как-то немного иначе. И, видимо, что-то пошло у них не так. Ну что ж, ребят, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, пишите комменты, ставьте лайки. На этом все. Пока-пока.